Вы знаете, вот интересно, вот на вопрос, что бы я делал? Во-первых, я, конечно, что бы делал, дай мне волю, если бы это было моим призванием и миссией, я бы воспринял это как сигнал к действию. Очень не хочется вслух предлагать какие-то репрессивные шаги, но репрессивные или там не карательные, но инновации в этом возможны. Вот как-то вот, мне кажется, вот сейчас инновационный гений русского народа, российского народа, в силах придумать нечто инновационное, связанное с борьбой именно с коррупцией. Вот где-то вот решение есть. Если бы дать, не обрицая модными словами типа Сколково, создать команду, которая заточена на это, и дать им, в общем, возможность под умным и чутким руководством действовать, то, как говорят партхоз-деятели, подвижки все-таки возможны, даже в России.